Всем привет, ребята, с вами я, Лорчик, в приватке от Никиты, вышла обнова, и здесь посмотрите, какая графика, это во-первых, смотрите, у нас тень есть, и сейчас сделаем обзор небольшой, но перед началом, ребята, подписывайтесь на мой телеграм-канал по созданию игры, сейчас я там объявил конкурс, и как бы поучаствуйте, нарисуйте граффити, и возможно вы попадете в игру, ну точнее ваше граффити, короче, вся информация в телеге, подписывайтесь, короче, да, рядом. Так, ребята, ну графика уже радует, дальше давайте посмотрим, что у нас тут есть. Из пушек ничего. Та, о, новые вещи, по-моему, завезли. Ну, ладно, я оставлю свою любимую шапку. Здесь еще нету. Новые бомбы! Смотрите, сколько спикер-беды, титаны-беды, офигеть! Покупаю всех, у меня монет дохренища, на самом деле. Так, ну я это куплю, да, это давно было. Так, ну, хорошо, неплохо. Карты, карт вроде новых нет. А, нет, 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 нет. Вот, вспомнил. Так, ну, а, карта маленькая. Ну, блин, графика с тенью неплохо, приватка улучшается, очень неплохо, мне на самом деле очень нравится, только карта очень маленькая, но мне очень нравится, как бы, графика, да. Не, ну неплохая карта такая, небольшая на самом деле, но тоже неплохо. Ладно, предметов нету, думаю, можно как бы отсюда ливать. Хочу проверить как бы на карте какой-то открытой, например, на карте ферм бобов. Потому что у нас новые бобы, про которые я сейчас буду шорты записывать, всякие чикенган, но с каждой подпиской они спавнятся, вот. И смотрите, что у нас, вот спикер вот был, а вот этого у нас не было, это ТВ-бен какой-то. Вот, и это очень круто, мне он нравится. Так. Тоже как бы неплохо. Дальше у нас вот этот ТВ-бэн, кибер вот этот большой самый. Дальше у нас маленький просто вот этот ТВ-бэн. И, ну, еще вот этот у нас спикер-бэн какой-то небольшой. Неплохо. Ладно, ребята, на этом моменте я буду заканчивать свой видеоролик. Всем спасибо. Смотрите на это видео, который вылезался на экране. Всем удачи, всем пока-пока.